Автомобиль в огне, но это не поджог. Возгорание произошло в среду вечером на парковке бульвара Кокуй. Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 17:23. На место выехали 2 единицы техники и 12 человек личного состава. Существовала опасность, что пожар перекинется на рядом стоящее авто, но распространение пламени удалось предотвратить. Пожарные справились с огнем за считанные минуты, но иномарка сильно пострадала. Последствиями пожара является повреждение автомобиля на площади 2 квадратных метра. В настоящее время, по данному факту пожара, проводится доследственная проверка. Наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке автомобиля.